Так, когда мы приносим пакетики домой с едой, они тут как тут. Ричи хочет залезть в пакет. Ричуша ждет, когда пакет освободится. Итак, что мы купили в магазине Smart? Ричуша, можно тебя попросить? Прям вот знаешь, буквально на 5 минут отодвинуться. Я все сделаю. Нет, это невозможно, он не поймет. Ему все, ему нужно в пакете находиться. Рич, я вот можно достану? Все, спасибо. Спасибо тебе, дружочек. Спасибо, спасибо. Так. Итак, Рич в пакете, а я озвучу цены, какие сейчас в магазине Smart. В магазине Smart сейчас продаются, впервые вижу, такие маленькие авокадо. 300 рублей килограмм. И вот два таких авокадо на 86 рублей. Ну, это... Вот видите? Один такой я съем с удовольствием за раз. В общем, один мне, один Диме. Так, дальше. Шпроты в масле. Шпроты по карте Smart сейчас стоят вот такие вот. Называется Барс. Они стоят по карте Smart 69,90. Сами понимаете, цена невысокая. Мы взяли три таких баночки. Почему? Потому что производство Калининград. Ну, то есть, там не Московская область. Дальше, хурма Виктория. Хурма Виктория. Дима взял, и моя мама тоже взяла попробовать. Две таких хурмы. Виктория называется. Две хурмы, которые называются Королек. Хурма Виктория по 89 рублей кило, хурма Королек 78. Одна производство Узбекистан, одна производство привезена из Азербайджана. Значит, по две хурмы. Виктория вышла у нас на 44 рубля, хурма шоколадный Королек на 27 рублей. Далее, корм кошачий сейчас Perfect Fit, который едят у нас кошки. С курицей обязательно, не говядину, говядину они не едят. Вот такие паучи в смарте по 22,90. Цена, у кого есть кошки, понимает, что цена низкая. Везде они стоят, ну, в районе 30 рублей. Вообще, у меня из 5 кошек влажный корм, так называемый, едят 4. Феникс. Наш британский кот, самый наш первый и самый наш возрастной, не ест влажный корм. И как я их кормлю? Я 2 пакетика в день на 4 кошки. То есть на одну кошку выходит по пол пакетика. Остальная их еда это сухой корм. Корм я покупаю в магазине Торг, на сайте заказываю, у меня даже есть приложение, и этот магазин есть у нас в городе. То есть я закажу, схожу в магазин, заберу заказ. Покупаю корм я им Роял, но не всегда так было. Я покупала раньше корм сухой Perfect Fit или Purina One, но начались проблемы у кого-то со здоровьем, и я решила перейти на более дорогой корм. Фрискис, Китикет и Вискас я никогда не покупала им. И даже тем, кто у меня был на передержках, тем, кого мы пытались спасти, пристроить и пристраивали, дешевый корм мы им не покупали. Бывало даже и такое, это тоже, я думаю, знаком тем, кто когда-то кого-то пытался помочь кому-то. Бывало и такое, что как бы денег нет, но тем... кто нуждался в нашей помощи, там коты на передержке, кошки, котята, им как бы все самое-самое старались лучшее. Так, значит, это было отступление. В общем, покупаю я Роял. Роял я покупаю 2 кило, у меня выходит тоже обязательно индейка, там кажется, или курица индейка, по-моему.
у меня выходит по моим баллам, которые уже накапливаются в Заопторге в приложении, и по тому, что я плачу онлайн, оплачиваю онлайн заказ, у меня в итоге выходит огромный пакет 2-килограммовый, на его цена выходит 1200 рублей. Ну, опять же, те, кто, у кого кошки, они знают, что это недорого, потому что в магазинах в розницу пакет 2-килограммовый Royal Canin стоит в районе 2000. Так, далее. Макароны ракушка щебекинские, вот такие, 56 рублей. Еще один полез. Дальше, молоко. Молоко с жирностью 3,2, 1,35 литра. Вот такой вот. Из села Удоева. Стоит 91 рубль. Дальше, увидела грибы. Опята. Мне понравилась цена. 94 рубля. Как бы одни точно до Нового года не доживут, а другие я хочу в салатик, в какой-нибудь с маринованными опятами. Я и грибы эти люблю, хотя мне нельзя, у меня как бы поджелудочная не выдерживает именно вот грибы. Вот. Но, Марсель, ну что ты наделал? Дим, Марселя спаси. Дим, спаси, быстрее, кошки боятся, помоги, у меня видео. Он в той комнате маленькой. Марсель, ты где? Иди сюда, черный плащ. Дим, держи его, чтобы он не упал. Боже мой, я так испугалась. Покажи пакеты. Как он его порвал. Не страшнее, когда он с банками на голове носился. Однажды у нас, ну это опять моя вина, однажды у нас в пакете вот в таком вот лежали банки, ну стеклянные, там литровые, да, типа, Дим? Да, такие, да, какие-то. И он опять залез вот в эту штуку и побежал, у него сзади развивался вот этот пакет, как черный плащ, так еще. Так, еще внутри были банки стеклянные, и он, конечно же, их все... Стекло превратилось в песок. Да, он разбил все банки, это было, конечно, ужасно. Мась, ну ты зачем опять так делаешь? Кошки все испугались. Вон мышка. Ой, Рич, испугался? Так, отступление. Так, масло олейна по карте Smart 99 рублей. Итого, один чек вышел на 1039. Далее. Сельдь по-королевски. Я давно хотела селедку, соленую рыбу. Мы вообще давно селедку не ели. Вот я взяла. Главное, что свежее, потому что часто бывало в магните какого-нибудь брали. Тоже по дате более-менее нормальная, а в итоге относили назад. Так, значит, 119 рублей это стоит. Дальше, ролик для одежды. Дима взял 89 рублей. Здесь вот таких два сменных ролика и еще один. В итоге, в общем, три таких штучки и сам этот ролик. Так, дальше. Батон сейчас стоит 38,90. Мама, 38,90. Я помню, он 20 рублей стоил. Так, дальше колбаса докторская 94 рубля. Это чернышихинские колбасы. Это хорошая марка достаточно. Ну, такая маленькая, но тоже по акции дешево. Дальше шоколад. Шоколад я давно не брала уже плитки, но вот решила сегодня взять. Вот такой. Захотелось. Ну, нет силы воли, в общем. Мне, ну ладно, потом об этом подумаю. Так, рожки фирмы «Сладкая жизнь» по 47 рублей. Очень хорошие, они ничем не уступают щебекинским и Макфи. Вот взяла три таких пачки.
Дальше печенье овсяное «Сладкая жизнь» 660 грамм, очень вкусное, тоже марка «Сладкая жизнь», цена 98. Мука пшеничная 2 кило, Дима взял вот такую вот, самая дешевая какая там была, 59 рублей. Масло «Княгининское» было недавно по 99 с марта по акции, сейчас 113. Так, песок сахарный 52 рубля кило. И я взяла вот такую штучку, у нее еще 10 дней срок годности, она сейчас 42 рубля. Вот. Дальше зефир ванильный, естественно, сормовский, самый вкусный зефир, который только есть. Вот такой вот. Стоит в смарте очень недорого, 65 рублей, тогда как в каких-то магазинах за 90. Блинчики с творогом по 94 рубля. Вот такие вот. Филипп любит с творогом. Я взяла две пачки. Так, и филе куриное 226 рублей. И кило 228. И здесь почти кило 226 рублей. Вот такой лоточек. Хорошее куриное царство. Филе. Так, и следующий вот этот чек крайний. 1400 плюс 1000. 2450. Ну, не знаю. Мне кажется, в других магазинах уже не купишь. Не знаю. Мне кажется, в смарте цены сейчас гораздо ниже, чем если бы мы пошли вот сейчас, например, в Спар. Ну, там на 2400 мало что можно купить.